Аврелио. Ты видишь их? Они уходят от берега в моторной лодке. Иду на сближение. Ложись! Пускай их на дно. Слушаюсь. Там у них в лодке женщины и дети. Выполняй приказ, топи! У меня пулемет заело. Смотри, у меня, Мурилья, это не в первый раз. Если не хочешь быть военным летчиком, я сделаю из тебя таксистом. Пошел ты знаешь куда. Я полчаса, как я тебя вызываю. У меня испортилось радио. Где ты находишься? На площади Сан-Лоренцо. Опять на площади Сан-Лоренцо? Какого черта ты там околачиваешься? Смотри, Мурилья, мне лопнет терпение, я пошлю тебя... А пошел ты знаешь куда. Выходите из машины. Вылезай. Предъявите документы. Документы. Откройте багажник. Пожалуйста, все, что вам угодно. Все в порядке, можете ехать. Идемте, пошли. Вы свободны? Не совсем. А точнее? Куда вам ехать? В центр. Садитесь. Подъехал твой Антонио. Привет, Антонио. Как дела? Привет. Здравствуй. Здравствуй, Мария. Как дела? Хорошо. Угу. Кофе? Как всегда. С капелькой молока. С капелькой молока.
Спасибо. Хороший день. Отличный. Значит, до завтра? Эй, пойди сюда на минуту. А это вы мне? Да. Это твое такси? Если бы. Отвези одного человека в аэропорт. Я готов. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, Жоао. Дайте мне сумку. Нет, нет. Та девушка ваша родственница? Кто? Мария. Нет, я знал ее еще ребенком. А я подумал, что... Заедем на улицу Самана Салас. Как вам угодно. Подождите меня здесь. Хорошо. К нам с визитом. Скажу хозяину. Туда. Один коньяк, пожалуйста. Послушай, мы ищем человека. Да? Он в сером костюме, седой. Это не мой вкус, я не обратила внимания. Заявили бы в полицию. Сюда не заходил седой мужчина? Нет, не видел. Зря теряем время. Пошли. Спасибо. Счастливого пути. Спасибо. Это он. Действуй. Эй, ты, не видишь, что тут очередь? Какая очередь? Такси. Но это вовсе не такси. А что же? Это специальная машина. Да? А ты кто? Я секретный агент. В город быстро. Привет, Антонио. Привет. И это все? Не очень-то везло сегодня. То же самое ты говорил вчера. Но вы же хотели отправить эту машину под пресс, а я вам ее починил. Чего же вам еще надо? У тебя не закончился испытательный срок, не забывай этого. Скоро закончится. Слушаю. Да, это я, Пако. Ясно. Да. Это точно. Плохие вести, Жуао.
Поговорю с друзьями, потом сообщу. Хорошо. До свидания. Звонил Мартинес. Альварадо не прилетел в Париж. Может, он полетел другим рейсом? Других рейсов не было. Неужели попался? Будем надеяться, что нет. Он человек опытный. Неизвестно, приехал ли он в аэропорт. А это твой друг, водитель такси. Ты поговори с ним. Может, он что-нибудь знает? Куда поедем? В управление полиции. $35. Выходи. Зачем? Пойдешь с нами. Вас зовут Антонио Мурильо? Да, сеньор. Вы бывший военный летчик. Офицер. Да, вы угадали. Как давно вы работаете на такси? 2 недели. А до этого чем занимались? Я был военным летчиком. Спасибо. Почему вы выдаете себя не за того, кем являетесь на самом деле? Я? Да, вы. Я не очень понимаю, о чем вы. Почему вы назвались агентом тайной полиции? Вчера утром в аэропорту. А, это была просто шутка. Вот как. Оказывается, вы шутник? Бывает. Но вам бы следовало знать, что уголовный кодекс предусматривает наказание за подобные шутки. Зачем вам это понадобилось? Вы хотели скомпрометировать секретную службу? Нет, что вы. Я просто не хотел стоять в очереди такси. Видите ли, у меня не кончился испытательный срок, а машина все время барахлит. Клиентов мало, выручка небольшая. Вот я и стараюсь. Понимаю. И в аэропорт вы приехали без пассажира? Я этого не говорил. Я привез сеньора. Возраст? Мой возраст? Нет пассажира. А, лет 50. Может быть, 55. Как он выглядел? Высокий. Волосы у него седые. Костюм серый. Где он сел в такси? На площади Сан-Лоренцо. В котором часу? Это было... Посмотрите, там все записано. Отвечайте на вопрос. Ясно. Это было около полудня. И по дороге в аэропорт у вас сломалась машина? Нет. Почему же тогда от площади Сан-Лоренцо до аэропорта вы ехали почти 2 часа? Мы остановились на улице Саман-и-Салас. Зачем? Кажется, сеньор искал дантиста. Почему? Я не знаю. Какой у него был багаж? 1 чемодан. И дорожная сумка. Сумка? Да. Какая сумка? Ну, такая, с молнией. Кажется, это была сумка Air France. Он взял ее с собой? У подъезда он попрощался с мужчиной, пожал ему руку, а в другой руке... Нет, сумки не было. Вы можете показать мне, где этот человек сел в ваше такси? Да. Поехали. Опять за мой счет? Ты угадал. Капитана на улицу Самана Салас. Я без вас обойдусь. Уходите скорее. Идем с нами. Кому-то надо остаться. Я боюсь за тебя, дядя. Они могут появиться с минуты на минуту. Уходи быстрей.
Подожди. Посмотрим. Они едут. Не обращай внимания на них. Значит, он сел к вам в машину около того киоска? Да. И у него было два чемодана? Да. Чемодан и сумка. Он стоял там. Можем ехать. По тому же маршруту, что и вчера. Ты видел? Я знала, что он не приведет их. Я рад, что ошибся. Вы уверены, что он вошел в тот подъезд? Да, уверен. Сколько времени он там оставался? Не знаю. Полчаса или минут 40. А сумку он взял с собой? Я не помню. Этот человек доктор Гомес. Это он? Кто? Тот, что прощался с вашим пассажиром. Это он? Я не видел его лица, он стоял спиной ко мне. Посмотрите на него еще раз внимательно, Мурильо. Ваши показания могут очень помочь следствию. Нет, это не он. Как же вы можете утверждать, что это не он, если вы не видели его лица? Именно потому, что я не видел его в лицо, я и могу это утверждать. Смотрите, Мурильо, у вас могут быть большие неприятности. Отпустите. Да, время совпадает. Вы сказали правду. Подпишите протокол и можете быть свободны. На этот раз я вас не наказываю за то, что вы выдавали себя за секретного агента. Но не повторяйте больше. С этим лучше не шутить. Мария! Да? Подожди. Я провожу тебя. Нет, не надо. Будь с ним осторожна. Знаю, Пако. Ты можешь быть спокоен. Я выясню все незаметно. Куда едем? В Сан-Хозе. О, привет, Мария. Ты сегодня не работаешь? Нет. И сегодня не будет кофе для тебя. А зачем тебе в Сан-Хозе? Туда больше 50 километров. Я хочу навестить тетю. Выпьем кофе по дороге. Закуривай. Нет, спасибо. Что они хотели от тебя в полиции? Ничего особенного. Недоразумение. Ты любишь море? Очень. Хорошо бы нам искупаться. Жаль, что у тебя нет с собой купального костюма. А это что? Как ты догадалась, что они из полиции? Они приходили в кафе, искали кого-то.
меня долго допрашивали. Почему? Ах, не знаю. Они задали мне кучу вопросов о пассажире, которого я отвез в аэропорт. Я сказал им все, кроме того, что он друг твоего дяди. Почему? Потому что этот человек, он сказал, что знал тебя еще ребенком. И ты подумал обо мне? Да. Подумал о тебе. Куда ты меня тащишь? Мне нужно к тете. К черту, тетя. Ты сейчас его увидишь. Он тебе понравится. Скоро он будет моим. Я выплачу хозяину деньги. Его сейчас используют для опрыскивания полей. А когда я выплачу за него всю сумму, и он станет моим, он заживет другой жизни. А что ты чувствуешь в полете? Это необыкновенно. Словами этого не расскажешь. Когда-нибудь и ты полетишь со мной. Мне будет немного страшно. Там наверху пройдет. Если буду с тобой, наверняка пройдет. Это вроде болезни. Что? Летать. Так выходит, ты болен? И не хочу лечиться. Надо идти домой. Не хочется расставаться. И мне не хочется. Оставайся у меня сегодня. Нет. Не могу. Правда, меня ждет дядя. Не уверен, что он так беспокоится о тебе. Нет, ошибаешься. Ты не знаешь его. Он очень добрый. Необыкновенный человек. Может быть, но его друзья не кажутся мне добрыми. Что ты о них знаешь? Один из друзей твоего дяди сел ко мне в такси, из-за этого я чуть не угодил в тюрьму. В этой стране не так уж трудно попасть в тюрьму. При чем здесь эта страна? Ты отлично знаешь, при чем. Но хорошо, это дерьмовая страна. Именно поэтому тебе надо держаться подальше от друзей твоего дяди. Не указывай мне, что я должна делать. Ты не понимаешь, что это опасно. Ты трус. А может быть, тот человек преступник? Ты не смеешь о нем так говорить. Если ты не сделал ничего плохого, полиция не станет тебя искать. Это не грозит тебе, можешь не беспокоиться. Мария, подожди. Пусти! Куда ты, Мария? Подожди. Мария, останься. Мария. Пожалуйста, на вокзал. Побыстрей. Такси занято. Вы меня не помните? Я доктор Гомес. Ну и что из этого? За мной гонится полиция.
А я здесь при чем? Извините. Я вас понял. Полиция! Уезжайте! Уезжайте отсюда! Делайте, что я вам говорю. Черт, меня побери. Опять я влип в очередную историю. Лежи. За нами полицейская машина. Не беспокойся. Если нас остановят, я скажу, что ты ни при чем здесь. Они, по-моему, отстали. Хорошо, что я тебя встретил. Я должен передать эту сумку друзьям Альварадо. Ты мне поможешь? Слушай, я не знаю ни Альварадо, ни его друзей. Я уже хлебнул неприятностей из-за вас, и больше меня это не интересует. Рабочий день кончился. Пора вести машину в гараж. Правильно, что не доверяешь. Хотя мне известно, что ты наш. Если б не так, зачем ты мне помог? Потому что я кретин. Нет. Ты спас мне жизнь. Я тебя хочу угостить. Согласен? Твое здоровье. Спасибо. Ты женат? Зачем ты рискуешь? Это вопрос совести. А что скажет твоя совесть, если дети останутся без отца? Зато они будут жить в свободной стране. Когда я был в Африке, мне твердили, что я сражаюсь за свободу. А я видел одно. Мы убивали негров, они убивали нас. Ты веришь, что наша страна когда-нибудь станет свободной? А ты? Я верю. Кто знает. Хорошо бы. Полиция, спокойно. Получите.
68. Стой! Стой! О, Боже, они его убили. Подождите. Что? Вы забыли сумку. Спасибо. Мария? Не будем больше ссориться. Что с тобой, Антонио? Ты все еще на меня сердишься. Что-нибудь случилось? Они убили доктора Гомеса. У меня на глазах. Доктора Гомеса? Да, друга Альварадо. Он оставил мне его сумку. Откуда ты знаешь, что это сумка Альварадо? Он мне сказал. Кто он? Гомес. Он должен был передать ее друзьям Альварадо. А полицейские убили его. Где сумка? Она у меня. А почему ты об этом спросила? Все вы сумасшедшие! Дай мне эту сумку, Антонио. Я передам ее, это очень важно. Нет. Слишком опасно. Не хочу. Я запрещаю тебе. Прошу тебя, Антонио. Один человек уже погиб. Могут и другие... Замолчи! Познакомь меня с друзьями Альварадо. Я сам передам. Антонио.
Кто там? Полиция, откройте. Простите, но господин следователь хочет вас видеть немедленно. Вот так вот в пижаме. Ну, оденьтесь. Наденьте галстук. Господин следователь придает значение внешнему виду. Прошу машину. Куда мы едем? Прибыли, господин следователь. Простите, что побеспокоил в такой поздний час. Но я перечитал протокол вашего допроса и хочу кое-что уточнить. Подумайте хорошенько и скажите честно. Где именно на площади Сан-Лоренцо сел в такси ваш пассажир? Там, где я показал. Вы уверены в этом? Да, конечно. Введите его. Заходи. Вам знаком этот человек? Нет, не помню. А вам, Мурильо? Да, этого человека я отвозил в аэропорт. Я хочу, чтобы вы сказали мне с максимальной точностью, в каком месте вы сели в такси. На улице Мендоса. Очевидно, один из вас врет. Мне нечего скрывать. Я настаиваю на своих показаниях. Прекрасно. Я это учту. Уведите. Не надо играть со мной, Мурильо. Я хочу вас предупредить по-дружески. Меня переиграть невозможно. Так что лучше и не пытайтесь. А я и не пытаюсь. Можете идти. Что ты хочешь? Мария просила поговорить с тобой. У меня сумка Альварадо. Почему ты не отдал ее Марии? Не надо ввязывать ее в это дело. Пусть держится подальше. Сумка с тобой? Нет. А
А кто сказал, что можно тебе доверять? Черт побери! Сами же втянули меня в эту историю. Не знаю твоей игры. Но меня просили устроить встречу. Смотри только. Эти люди не любят шутить. И мне не до шуток. Останови здесь. Держи. Завтра придешь в сад Аламейда. Полдень. А это зачем? У тебя попросят прикурить. Дай прикурить. Поставь сумку на скамейку. Подойдешь вон к тому человеку. Слушаю. Я видел Альварадо. Нас допрашивали. Следователь хотел узнать, где он сел ко мне в такси. Но мы с ним не выдали Жоао. Как тебя зовут? Антонио Мурильо. Жизнь прекрасна. О, привет, Мурильо. Как дела? Хорошо. А у вас? Так себе. Ищу тебя с самого утра. Тебя хочет видеть следователь. Опять? Зачем? Пустяки. Все те же формальности. Поедем со мной. А моя машина? Потом заберешь. Мурильо уже здесь. Небольшая формальность. Надо подписать протокол очной ставки с Альварадо. Вот фотографии. Дайте протокол. Что-то вы сегодня плохо выглядите. Как самочувствие? Хорошо. Неприятности на работе? Нет. Здесь подпишите. На днях около вокзала был убит человек. Я знаю, что вы находились поблизости. Вам что-нибудь известно? Да. Что именно? Я услышал выстрелы. Потом кто-то закричал, убили человека. Кто это был?
Я не знаю. Хватит. Вы знаете, что я не сторонник подобных методов. Полковник Растау. Рад с вами познакомиться. Следователь Перес, очень рад. Извините, я не имел времени представиться раньше. К сожалению, наш кабинет не такой комфортабельный, как во Дворце правосудия. Он меня вполне устраивает. Извините. Пожалуйста. Подумайте, прежде чем ответить. Вы знаете этого человека? Нет. Вы уверены в этом? Оставьте мне его на полчасика, он у меня заговорит. И у меня он заговорит. Вы, конечно, будете утверждать, что и этого не знаете. Что было в сумке? Не знаю. Вы отлично знаете, что в сумке была взрывчатка и план покушения на президента нашей страны. Этих негодяев не останавливает и то, что могли бы погибнуть невинные люди, женщины, дети. Клянусь, я ничего не знал. Вы передали эту сумку? Да, но я не знал, что в ней. Я ее не открывал. Она ко мне попала случайно. Каким образом? Потому что я идиот. Поверьте, я не знал. Это правда. Вы не знали человека, которому передали сумку? Нет. Я видел его в первый раз. Тогда должен быть человек, который устроил вам эту встречу. Кто? Доктор Гомес. Я предупреждал вас, что меня переиграть невозможно. Вы арестованы. Увести. Вы напрасно теряете время, молодой человек. Этих мерзавцев нужно уничтожать. Конечно. Только я хочу прийти к этому другим путем. Я знаю, вы готовите большой политический процесс. Вы хотите показать всему миру, особенно нашему народу, истинное лицо врагов государства. Совершенно верно. И вы думаете, вам это удастся? Уверен. Это мой долг. Желаю успеха. Я не верю. Это подстроено. Он предатель. Я говорил, что ему нельзя доверять. Ты никогда не сумеешь мне доказать. Антонио не способен на подлость. И ты думаешь, что это сделал он? Ты тоже в этом уверена. Потому и плачешь. Антонио! Ты предатель! Иди, иди! Негодяй! Подонок! Мне жаль тебя, Мурильо. Тебя все здесь ненавидят. Они считают, что ты виноват в аресте Кардозы и Азорио. А я уверен, что ты сам жертва провокации. Сегодня я говорил с министром. Тебе грозит пожизненное заключение. Но он согласен ограничить наказание 2 годами, если ты будешь сотрудничать с нами. Я никогда не пойду на это. А тебе не кажется, что ты уже давно работаешь на нас? Ну, хорошо. Пригласите капитана Торреса. Прошу вас, капитан. Здравствуй, Мурильо.
Да, это я, доктор Гомес. Я думал, тебе приятно будет узнать, что меня не убили, а ты не рад, как я вижу. Да, ты проиграл игру. Увидите его. После такого удара он не скоро оправится. Нам остается выяснить, кто помог ему установить контакт с Азорио. Смотри на меня. Кто познакомил тебя с Альварадо? Кто тебя связал с Азорио и Кардозо? Кто сказал о месте встречи? Говори. Никто. Ты лжешь! Говори правду. Это правда. Ты кого-то выгораживаешь. Как хочешь. Продолжайте. Где-то здесь. Они делают подкоп, я уверен. Иди сюда. Здесь лучше слышно. Нужно доложить начальнику тюрьмы. Здесь, господин полковник. Смотрите. Стук доносился отсюда. Они, очевидно, хотят пробиться здесь и выйти из крепости через канализационную трубу. Превосходно. Пусть себе роют. Тогда я прикажу укрепить решетку, и мы схватим их на месте преступления. Нет. Не надо. Пусть выйдут из крепости. Понимаю, господин полковник. Попытка к бегству. Мы обязаны будем стрелять. Браво. Вы отлично все поняли. Из какой камеры ведется подкоп? Из 22-й, господин полковник. Переведите всех, кроме одного. А на их место поместите Альварадо, Азорио и Кардозо. И пусть бегут. Они подохнут при первом глотке чистого воздуха.
Ты знаешь, куда тебя ведут? Твоя невеста попросила свидания с тобой. Я дал разрешение. Ты не рад? Если я соглашусь, что будет дальше? Отсидишь максимум 2-3 года, а потом будешь наслаждаться жизнью. Не так уж много нам от тебя нужно. Ты скажешь на суде, что тебя принудили вступить в организацию и заставили на них работать. Скажешь, что они поручили тебе осуществить покушение. Если я все это скажу, меня ведь засудят? Не засудят, ведь ты отказался и спас жизнь президенту. Хорошо. Вы меня убедили. Молодец. А сейчас все по порядку. Здесь документы, которые... Остановите его! Слушайся меня. Не упрямься. Соглашайся сотрудничать. Никто не может выдержать их пыток. Я пробовал. Но меня сломали. Сломают и тебя. Вы должны убедить его быть благоразумным. То, что вы требуете от Антонио, он сделать не может? Скорее, не хочет. Это вопрос его совести. А вашей? Моя совесть чиста. Поймите меня правильно, я ведь хочу вам помочь. Вот как.
тебя видеть, Мария. Почему ты это сделал? Ты любишь меня? Да, люблю. Следователь хочет, чтобы я уговорил тебя быть благоразумным. А ты знаешь, о чем он меня просит? Нет. Но знаю, что ты не сделаешь такого, из-за чего бы я тебя разлюбила. Понимаю. Значит, я должен гнить здесь, в тюрьме, долгие годы. Иначе ты перестанешь меня любить? Нет, Антонио. Понятно. Я здесь буду биться головой об стену, а ты там будешь восхищаться мной. Нет. Ах, какой мужчина, герой! Замолчи! Ох, я люблю! Какой он смелый, честный! Нет, нет, ошибаешься. Я буду с вами сотрудничать. Антонио. Я готов на все. Я вам все расскажу. Прошу тебя. Готовится побег. Я подслушал. Что ты говоришь, Антонио? Да. Кое-кто из заключенных собирается бежать. Успокойся. Да, да. Бежать из 22-й камеры. Уходи. Уходи. Я не хочу тебя видеть. Уходи. Я не хочу быть мучеником. О, Боже. Опустить руки. Выходи. Забери. Шагай. Недопустимо, чтоб такое могли не заметить. Вы отдаете себе отчет, что из-за халатности ваших подчиненных мы могли сорвать процесс? Я накажу виновных. Хочешь дождаться, когда он и нас выдаст? Он знает достаточно, чтобы засадить нас в тюрьму. Ты прекрасно знаешь, что мы не можем оставить работу. Не можем. Мало того, что мы рискуем жизнью, мы оказались в руках предателя. Зачем он это сделал? Если он хотел рассказать все следователю, почему он это сделал при мне? Он мог сказать до моего прихода. Или после. Почему? Идем со мной, быстро. Мне сказали, что ты хороший механик. Да, неплохой. Сними чехол. Смотри хорошенько. Бронированный Паккард. Это старая машина президента. Пуля ее не пробьет. Смотри. Смотри, какая она вместительная. Фантастика, а не машина. Угу. Но что-то там сломалось. Не заводится. Ты не взялся привести ее в порядок? Ну что ж. Время у тебя есть. Хватает. Дайте ему инструменты. И пусть работает.
самое плохое позади. Как ты себя чувствуешь? И очень жду. Я передам прощание, спросил. Я думаю, что уже скоро. Извини меня. Тогда в больнице я не поняла. Только так я мог вас предупредить. Как рука болит? Не очень. Слушай. К тебе относится хорошо? Работаю. Полковник попросил меня починить старую бронированную машину. Стараюсь изо всех сил. Я не хочу гнить в тюрьме. Жизнь прекрасна, я начинаю верить в это. Мы еще выпьем с друзьями на свободе. Я поняла тебя. План побега рискованный, но я согласен с Марией. Антонио можно доверять. Он уже один раз предал нас. Кто поручится, что сейчас не предаст? Слушай, Пако, он же предупредил нас. Это провокация. Если бы не он, Альварадо, Озорио и Кардоза могли погибнуть. Да и твоя группа наткнулась бы на засаду. Люди из охраны подтверждают это. Здравствуй, Лос. Привет. Какие новости? Неважные. О. Здравствуй. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Я прямо с вокзала. Все подтвердилось. Что подтвердилось? Один заключенный в тюрьме Святого Марка называет себя доктором Гомесом. Но ведь его застрелили. Мурили это видел своими глазами. Кроме него этого никто не видел. Да. Это серьезно меняет дело. Dominorum suorum, ita oculi nostri ad dominum Deum nostrum, donec miserator nobis, miserere nobis. Domine, miserere nobis. Dominus vobiscum. Et spiritus tuo. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Мне надо поговорить с Альварадо. А это ты? Это очень важно. Еще раз подойдешь, убьем. Только что подошел. Thank you.
Уже все съел. Так быстро. Да, очень вкусно. Не соленый. Прекратить, скотина! В камеру! Пошлите к нему санитар. Слушаю, господин полковник. Ну-ка. Ничего страшного. У Зорева в больнице, может, нужно ему что-нибудь сказать? Передать ему записку. Прекрасно. Пусть передадут адресат. Слушаюсь. Ты все понял? Да-да. И согласен с этим? Да. Перед Богом заявляю, что я сказал чистую правду. Подтверждаю, что я сам добровольно предложил огласить эти факты. Подпиши. Где? Здесь. Здесь. И здесь. Хорошо, Мурильо. Процесс начнется через 3 дня. Постарайтесь отдохнуть. Пожалуйста, доктор Мартинес. Я свидетельствую отличное состояние здоровья заключенного и полное отсутствие следов пыток. Спасибо, доктор. Камера. Как дела? Все в порядке. Ну как заводится? Хотите попробовать? Да. Я вижу, ты встал на правильный путь. Не передумаешь?
Никто меня не остановит. Спасибо. Можем проехать на ней? Да, конечно. Прошу. Нет, нет, я сяду сюда. Откройте ворота. Поехали. Ты хорошо поработал. Да, мотор в порядке. Тормоза нужно отрегулировать. К сожалению, у тебя остается мало времени. Завтра воскресенье, а в понедельник начнется процесс. Значит, буду работать и в воскресенье. Хорошо. Поезжай. Что вам угодно? Поговорить с вами. Может, вы присядете? Я слушаю вас. У меня с самого начала было ощущение, что Антонио кого-то выгораживает. Сейчас я понял, кого. Он выгораживал вас. Почему меня? Потому что все начиналось здесь. На этой площади, в этом кафе. Здесь Альварадо встречался с друзьями, они дали ему фальшивые документы. Антонио ничего этого не знал. Но ему доверили отвезти Альварадо в аэропорт. Вы пришли арестовать меня? Да. Но я пока не предъявляю обвинения. Будем считать, что это превентивная мера. Я не хочу, чтобы на процессе Антонио выкинул неожиданный трюк. Хорошо, идемте. Я удивляюсь вам. Почему? Такая выдержка и спокойствие. Вы тоже удивляете меня, господин следователь. Я думала, что вы тоньше. Вы не раскусили Антонио. Что вы хотите сказать этим? А то, что если вы меня арестуете, Антонио вас подведет. Он скажет правду. Потому что ему больше незачем будет лгать. Хочу надеяться, что у нас с вами все будет хорошо. Жоао? О, Мигель, здравствуй. Привет. Почему задержался? Я был в полиции. Видишь, как отделали. Но все равно от меня ничего не добились. Вот подлецы. Их ничто не останавливает. Хватит об этом, у нас мало времени. Слушай, важная новость. Комитет связался с Гомесом, и тот подтвердил. В день ареста с него сняли одежду и одели в нее полицейского. Антонио не врал, ему можно доверять. Передай товарищам, что побег состоится. И сами тоже будьте наготове. Но это очень рискованный план. У нас нет другого выхода. Процесс не должен состояться. Полковник готовит ловушку. Но и Антонио придумал кое-что. Хорошо. Ну? Другой тебя побреет.
Аккуратнее, у меня нежная кожа. Альварадо сказал, что он согласен. Это точно? Да, так как было решено. Хорошо. Когда? Что когда? Когда решено бежать? Сегодня, во время матча. Я тоже с вами, и со мной два друга. Нас и так много, да еще трое. Не влезем в машину. Или все, или никто. Хорошо, пусть будут все. Ой, сюда! Сбивай! Давай, налево, налево! Давай, что? Цепляй за решетку. Полицейские машины!
Уходите! Я уведу их за собой. Мария! Быстро, за мной, не отставайте! Прости. Ты куда? Уходи! Иди с ними! Я хочу с тобой! Ты с ума сошла! Тебя могут убить! Уходи! Нет! Они сели в машину! За ними! Пошли. Скорей.